Всем привет! Всем привет! Как это назвать вообще? Вот это то, что сейчас? Да, что мы сейчас делаем? Что мы сейчас делаем? Сообщение это... Это месседж. Месседж. Значит, вышли мы из каникул этих осенних. Дай бог им здоровья, или как там. Были в рабочем отпуске мы, вот в чем дело. Много работали. Да, работали над проектом. Ничего такого, что у нас не было, мы ничего не забыли, мы никуда в подполье не ушли. Мы остаемся в эфире. Просто в новом формате. Из онлайна мы переходим в офлайн. Что это значит? Это значит, мы будем выходить в записи. Больше качества звуки, картинки и также качество именно самого... Мероприятия, скажем. Ну, мероприятие. Нет, квартирник останется квартирником. Все будет, как и прежде практически. Кроме того, что онлайн можно будет задавать вопросы... Где? В скайпе, да? Или где-нибудь еще? Да. В течение дня, это будет, скорее всего, суббота, выходного дня, мы приглашаем в нашу студию, опять же, каких-нибудь исполнителей, музыкантов и так далее. Наших в основном? Ну, в основном наших, да. Очень хороших, крутых ребят, вот, с хорошей музыкой, качественной. И это будет длиться, эта запись, где-то с 12 и до 6 вечера. А все это время вы сможете... присоединиться к нам в скайпе и наблюдать за всем происходящим. Также писать свои вопросы. Будем очень ждать ваши комментарии, любая помощь, совет. Было столько негативных как бы отзывов. Качество картинки. Да, качество картинки, трансляция. Это... Да, и нам тоже это не нравилось. К сожалению, у нас нету пока сейчас таких возможностей. Когда она появится дальше, как она только появится, мы, естественно, возобновим это все, как и Брежнев. Мы будем экспериментировать с эфиром, с монтажом, будем включать туда, помимо роликов с музыкантами, да, будем пытаться еще анимашки всякие, приколы вставлять по мере возможности. То есть разбавлять будем. Есть у нас талантливые люди или нет, в конце концов? Так что, если вы талантливый и вы живой, пожалуйста, стучитесь к нам, смотрите нас на PlayMD, заходите к нам на странички во всех социальных сетях и... Ты скажи, какие? Ну, и там будет просто вот здесь вот есть вот, тик, вот тут Facebook, вот. Потом тик Одноклассник, потом тик это ВКонтакте. ВКонтакте, да. Да, везде, ВКонтакте. В общем, да. И следите за нашими новостями. И будьте с нами. Нам важно ваше мнение. Что у нас не получается, вы отписываете свои пожелания, потому что это, в принципе, для вас это делается. Хотя за наш счет. Это я так сейчас камень к этим самым. Спонсорам. Если мы, в принципе, и без спонсоров можем обойтись. Но если вы хотите, конечно. Ну, если вы человек с доброй душой, да, если вы вообще много, человек, много денег в кармане, да. Можете поддержать нас, наш имейте проект. Совесть вообще. Да. Что это? Потому что мы целый день записываем, мы потом все это монтируем. Мозоли вон да, какие. И это очень много времени отнимает. Да просто элементарно пожрать не на что. Да нет, есть на что. Просто что жрать? Вот на это есть на что. Да бомж-пакет. Бомж-пакет, фу, блин, надоело. Надоело, да. Видите, мы какие. Нам пришлось даже много работать, чтобы обеспечить мне несколько эфиров. Да, несколько эфиров. Вот такие мы. Пожертвовали мы эфирами, да. Да. Для того, чтобы заработать. Ну, не вот дотянуться, теперь. Кстати. Кроме того, извини меня, с нашими финансами и с нашими возможностями, мы же не делаем там шоу, блин, там как это, ищите, алло, мы ищем таланты, угу. Это молдавское, где бабушки кукарекают на всю страну. Группы, которые будут играть, они уже не будут играть 100 тысяч песен и так далее. Максимум 5 песен. Но это 5 песен качественных, типа по типу клипов и так далее. У нас же нету этого, как он называется по-русски, не редактора, а как это? Редактор. Твой папа редактор. Я говорю про цензура. Во, цензура. Новое слово. В моем лексиконе появилось. Уже 21 декабря. То есть через неделю мы начинаем нашу первую запись. И в первой записи будет принимать участие... Лонга? Группа Лонга, да. Ну,
такая, между прочим, мне нравится. Давай не говорить, что это гости из Тирасполя. Это наши, молдавские группы, правильно? Заманали эти левый берег, правый берег. Ладно, без политики. О, кстати, политику мы не будем трогать никогда в жизни. У нас состав немножко поменялся. То есть новые ведущие. Да. Те люди, которые с нами работали на эфирах, они остаются, они никуда не уходят, они не уволены, как говорится. Вот, все талантливые люди с нами здесь и сейчас. Понимаете? Многие спрашивали, задавали вопрос по поводу, какое отношение мы имеем к компании Simples. Какое? Самое прямое. Нет. Мы хотим сказать, что компания Simples и лично генеральный директор компании просто нас поддерживают. Грубо говоря, наши партнеры предоставляют нам аппаратуру, помещение. Вот, да, мол, ребята, балуйтесь сколько хотите, да, в принципе. Да. Вот как-то вот так вот. Никто здесь на зарплате не сидит и никто, понимаешь, не зарабатывает. Хотя это плохо, в принципе. Хороший проект, надо его раскручивать, в принципе, как-то и зарабатывать даже можно. Ну все? Да не все, давай еще побухтим. Ну что-то, наверное, точно мы что-то упустили. Наша задача просто донести до вас информацию и показать, что есть эти группы. Ребята никуда не исчезали, они только начинают, они появляются и появляются и появляются. Еще одна задача — предоставить просто площадку, где музыканты и другие творческие люди могут о себе заявить. Так что стучитесь тут. Но мы сейчас уже отошли от тех музыкантов, которые играют сольно. Только если это вообще не мега известный человек, либо не мега талантливый чувак. И дуэтов, кстати, тоже это касается. Простите, может быть, как-то в другом каком-то, может быть... Формате, да. В течение следующего года мы, когда наберем... нормальных партию, группу, имеется в виду групп, то опять устроим какой-нибудь фестивальчик такой. Уже договариваемся с некоторыми московскими группами, не будем говорить сейчас ни о чем, чтобы не сглазить, вот, так что должно быть интересно. Рок-движение, в принципе, мы поддерживать будем и поддерживаем, и, короче, не умрет, пока мы еще не сдохли, рок-н-ролл жив. Все, давай. Всем пока. Все, держитесь, терпите, как и мы терпим. Будет все классно. Все. До новых встреч. Да, снова с наступающими вас праздниками, кстати. И ищите нас в эфире, смотрите на всех сетях. Где там, в каких сетях я сказал? Что я сейчас сказал? Во всех социальных сетях. Правильно. Слово. Да. Все, пока. Вот, пока.